Привет, мои дорогие! С добрым утром! Я сегодня решила снять такое осеннее украшенческое видео. Осеннее украшение. Вот такая тема. И кому это нравится, не забывайте ставить лайки. Мне это очень нравится, если вам нравится. Осень в самом разгаре, и мне бы хотелось сейчас поговорить с вами об украшениях на осеннюю тему. Давайте же приступим. Вот такое украшение, которое я собрала давным-давно, наверное, лет 10 тому назад, я уж и не помню. Но в 2013 году оно у меня уже было, потому что оно фигурирует в видео, которое я делала в Крыму. Вот были куплены отдельно листочки, такие вот пластиковые, пластмассовые, очень красивые. И такой вот полумесяц, на который они были прикреплены мною. Также подобрана цепочка, и я создала вот такое красивое осеннее украшение. Кому понравилось, можете поставить лайк. Осень нас изумляет своими прекрасными, теплыми красками. Вот этот ромб я вам сравнительно недавно показывала. У меня еще один такой есть, только в другом цвете. Вот здесь самая настоящая осенняя расцветка. Желтая, оранжевая, и вот с такими оранжевыми вкраплениями кристалликов. Вот такое прямо очень-очень осеннее украшение. И тоже оно у меня довольно давно было мною куплено и лежит у меня уже много лет. Я его, по-моему, ни разу не надевала. Может быть, все-таки пару раз, может быть, я его надевала. Не помню. И вот очень красивая брошь. Тоже вот такие вот осенние расцветки. Посмотрите, как она красиво смотрится. Посмотрите, какие здесь красивые стразы, стеклышки. Назовем их кристаллами. Хотя стекло это не кристалл, это аморфная масса. Но тем не менее, хочется их назвать кристаллами за их форму, за их блеск и сверкание. Посмотрите, какая красивая осенняя брошь. Осень нас вдохновляет. Еще одно чудесное украшение, подвесочка. Посмотрите, какая она красивая. Здесь действительно очень красивый кристалл. Ей тоже много лет. И я ее носила какое-то время. Давно не ношу, но она мне безумно нравится. И я всегда восхищаюсь вот этим центральным кристаллом огромным. Он очень красиво огранен. К ней еще есть серьги. Но серьги я не покажу сейчас, потому что я их не прихватила с собой. А мы с вами посмотрим другие украшения, тоже в осеннем стиле, скажем так, и в осенних красках. Ой, и, девочки, посмотрим еще разочек, да, вот на эти серьги и полюбуемся ими. Они из 90-х. Было у меня таких три пары. Светло-зеленые, примерно вот такого цвета, светло-зеленые. Были также темно-синие, и мне кажется, что темно-синие где-то еще в каких-то коробочках, либо шкатулочках лежат. Потому что я их не продавала,
не дарила, и они явно у меня есть. Я думаю, что когда я буду показывать вам украшения с синими камешками, я думаю, там же мы их и найдем. А пока мы смотрим вот такие вот в осенних расцветках, видите, такие желтые листочки, оранжево-желтые листочки, такие слегка приглушенные, даже они не оранжевые, какие-то бежево-желтые. Очень красивые серьги, и вот свою актуальность они у меня не утратили. Периодически я ношу эти серьги и те, которые с синими камешками, точно такие. А зеленые, как я вам сказала, вот такого цвета, к сожалению, я продала их давным-давно. Вот такое тоже осеннее украшение. Осень нас мотивирует. Вот этим чудесным украшением, вы видите, здесь прекрасный, просто изумительной красоты подвеска с очень красивыми сверкающими стразами и две пары серёг. Мне вот эта подвеска и вот эти серьги, скажем так, не мне, а они у меня ассоциируются со средними веками, замок. И, знаете, в замке в окошке таком арочном за красивой решеткой кованой сидит девушка какая-то у окна, и там горит вот такой вот такого цвета свет. Ну, как горит? Свечи освещают это окошко вот именно в таком свете. И замок имеет вот такой вот темный цвет. Вот это у меня такая ассоциация возникает, когда я смотрю на вот именно эти украшения. И к этому же кулончику я купила вот эти тоже серьги. Значит, изначально покупалась это для Маришки. Это было лет 20 тому назад. И Маришка с удовольствием их носила, но Мариша не любит накапливать бижутерию. И вообще, как бы, вы знаете, она минималистка. Вот, и они мне перешли, пришли они ко мне, и уже много лет эти серьги и подвеска со мной, вот, то есть Мариша их поносила немножко и передала мне, отдала мне, вот такие вот шикарные, а я их, видите, поскольку они имеют вот такой желтый цвет, желтые стразы, украшены желтыми стразами и желтыми бусинками, я их решила присоединить к осенним украшениям. Очень красивая бижутерия. Кстати, покупалась она в Одессе на 7-м километре. Это была дорогая бижутерия на тот момент. Вот такие красивые украшения. И вот такие прекрасные украшения, как говорят продавцы, камень, золотой, песок. Ну, мы все знаем, что это пластмасса вперемешку с медной стружкой. Дает вот такой прекраснейший блеск, сверкание, сверкание, именно сверкание, посмотрите. Вот, я тоже эти украшения отнесла к осенним, потому что они уже имеют цвет слегка пожухлой листвы. Вот то, что сейчас, во всяком случае, в Киеве. Опа, цвет погас. Ну ладно, ничего. Осень нас заряжает позитивом. Да-да, позитивом. Свет погас, свет включился. Не знаю, чем это было вызвано, но что-то было. Вот такое прекрасное украшение цвета пожухлой листвы есть у меня. Давайте мы им полюбуемся, как оно сверкает, это украшение. Скажу сразу, серьги серебро, носить их почему-то я не могу. Несмотря на то, что это серебро, я их никогда не могла носить. У меня от них болят уши. Хотя мои уши настолько стрессоустойчивые, что я могу носить самую дешевую бижутерию. Но эти серьги носить не могу. Они мне были подарены. Ну, собственно, подарены теми людьми, о которых вспоминать неприятно.
Может быть, это с этим связано, просто я не знала, как они ко мне относятся, те люди. Потом выяснилось, как, к сожалению, к моему огромному сожалению, вот так бывает. Ну вот, но я эти серьги все равно, я их люблю, знаете, как кусочек, как бывает, любишь кусочек своего прошлого, несмотря на то, что в нем были даже какие-то не очень приятные моменты. Они действительно очень красивы. Они очень красивы. Вот. Ну вот носить не могу, могу только любоваться. И я ими продолжаю любоваться. Что и предлагаю вам, мои дорогие подруги и просто случайные зрители. Очень красивые серьги. Очень. У меня еще есть браслетик, но я его сюда не взяла. Девочки, вы сами понимаете, кто меня давно смотрит, вы знаете о количестве моих украшений, которые я не выбрасываю. Они у меня накапливаются с годами, и если их вот все вынести на обзор, то это будет слишком длинное видео. А видео у меня и так. Я когда начинаю о чем-то говорить, что-то вспоминать, видео у меня очень затягиваются. Но я вместе с вами любуюсь сверканием этих прекрасных камней искусственного происхождения. Вот, пожалуйста. Мои дорогие, видео я свои снимаю без фильтров. Вот какая есть, такая есть. Главное освещение. Естественное освещение, вот из окошка. Вот такое. И вот еще хочу вам показать вязочку бусиков. Они на металлической леске. Им много лет. Ну, не знаю, лет 8, наверное. Ну, где-то так. Вот такие чудесные прозрачные стеклянные бусинки, ну, типа муранское стекло, может, и правда муранское, я не знаю, но очень красивое стекло. Вот, ну, продавались как бусы из муранского стекла. Вот, и вот такие абэшные бусики тоже, видите, вот они дают немножко радужный отсвет, радужные блики. Вот такое украшение. Очень оно мне нравится. Ну, я ношу его редко, но я его люблю и ношу его с удовольствием. Итак, мои дорогие, мы с вами просмотрели. Видите, яблок почти не осталось. Осталось 2 яблока. Надо сегодня яблок накупить. А мы с вами просмотрели мои украшения, не все, которые лежат в этом лоточке. Я люблю в лоточках, лоточек из крышечки обувной коробки. Я люблю украшения в лоточках больше, чем в шкатулочках, потому что лоточек взял и все увидел. И вот такие прекрасные бусики у меня здесь есть. Видите, вот такие стеклянные бусики. Вот такие стеклянные бусики. Видите, они тоже все разных оттенков. И абэшные тоже стеклянные бусики. Посмотрите. Вот. И на этом я заканчиваю показ своих осенних украшений. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Пожалуйста, не стесняйтесь, девочки. Ставьте лайки, кому понравилось. Мне будет очень приятно. На этом, мои дорогие, я заканчиваю это осеннее видео. И всех люблю. Всем желаю прекрасного, теплого, уютного осеннего настроения. И пока-пока. Жду ваших комментариев и лайков.